Почему Мую еще нет? Почти 8. Как думаешь, ничего не случилось? Надеюсь. Это она. Проходи. Почему ты так опоздала сегодня? Я боялась, что за мной следит полиция, поэтому пришлось идти в обход. В эту волну арестов полицейские задержали многих из вашей церкви. Да. Коммунистическая партия такая злая. Да. Я полагаю, это преследование вас кое-чему научило. Угу. Поделитесь, пожалуйста, с нами вашим недавним опытом. Хорошо. 2 сентября я узнала об аресте одной сестры. В тот день я пришла к дому лидера, но там никого не было. Меня заметила Сяо Хун, жившая напротив. Она подозвала меня и взволнованно сказала, что-то случилось. Джоу Лин забрали полицейские. Это случилось 2 дня назад, и с тех пор новостей не было. Лидер ушла всех предупредить. Она должна скоро вернуться. Услышав новости, я занервничала и испугалась. Раньше Джоу Лин была лидером, и я не знала, каким пыткам может подвергнуть ее полиция. Сломается ли она под пытками и станет ли Иудой? Я только что была в ее доме. Если полиция вела наблюдение, они могли меня увидеть. Я переехала сюда, потому что была в бегах. Долгие годы большой красный дракон пытался поймать меня. И если бы меня поймали, то пытали бы еще более жестоко и могли бы даже забить до смерти. Я была очень напугана и хотела выбраться оттуда. Но мне нужно было срочно обсудить некоторые вещи с лидером, и мой уход бы этому помешал. Я надеялась, что лидер скоро вернется. Вскоре лидер добралась до дома Сяо Хун, а после нашего разговора вернулась домой. Спустя 2-3 минуты Сяо Хун прибежала обратно в панике и сообщила: когда лидер выходила из дома, полицейские схватили ее и увезли. Джоу Лин тоже была в их машине. Скорее всего, она сказала им, где живет лидер. Не выходи на улицу. В тот момент у меня сердце ушло в пятки. Сяо Хун и лидер жили по соседству. Полиция могла быть всего в нескольких шагах. Если бы они схватили меня, я не ушла бы невредимой. Я даже не осмеливалась выглянуть в окно и без конца взывала к Богу, надеясь, что полицейские вскоре уедут. Полицейская машина уехала примерно через час, и мое сердце наконец успокоилось. Однако Джоу Лин была в моем доме 2 дня назад. Что, если она и меня тоже выдаст? Находиться в моем доме стало опасно. Куда мне податься? К тому же в доме у меня остался блокнот с телефонными номерами братьев и сестер, который надо было спрятать. Рядом были и другие принимающие дома. Если их не предупредить, они могут быть арестованы, и много людей будут под угрозой. Надо было сразу им сказать. Да. Но если бы я пошла, то сыграла бы полиции на руку. Многие годы я провела за пределами города и была основной мишенью для коммунистической полиции. Если бы меня арестовали, я бы подверглась еще большим пыткам. Нет. Мне нужно было немедленно скрыться и найти безопасное место. Эти мысли не давали мне покоя, и я непрерывно взывала к Богу. Затем я вспомнила Божьи слова. Всемогущий Бог говорит: ты не должен бояться того и этого. С каким бы множеством трудностей и опасностей ты не сталкивался, ты должен сохранять
спокойствие предо мной. И пусть ничто тебя не останавливает, чтобы воля моя могла исполняться беспрепятственно. Таков твой долг, а иначе я обрушу на тебя свой гнев, и рукой своею ты претерпишь нескончаемую душевную муку. Ты должен претерпеть все. Ради меня ты должен быть готов оставить все, что имеешь, и делать все возможное, чтобы следовать за мной и полностью посвятить себя этому. Ныне то время, когда я испытаю тебя. Предложишь ли ты мне свою верность? Последуешь ли ты с верностью за мной до конца дороги? Не бойся, при моей поддержке кто сможет заступить тебе путь? Помни это, не забывай. Все происходит по моему благому намерению и под моим надзором. Можешь ли ты следовать за моим словом во всем, что ты говоришь и делаешь? Когда огненные испытания падут на тебя, опустишься ли ты на колени и воззовешь ли? Или ты съежишься, неспособный двигаться вперед? Аминь. Я поняла, что мне не хватало духовного роста и веры. Видя, как людей вокруг меня арестовывают, я захотела спрятаться в безопасном месте. Я эгоистично пренебрегала интересами церкви ради своей безопасности. Учитывая, что лидер была арестована, нужно было как можно скорее предупредить остальных и спрятать все копии Божьих слов. Если бы я не сделала этого как можно скорее, много людей могли попасть под арест. Как церковный диакон, я должна была выполнить свой долг по защите братьев и сестер, а также книг Божьих слов. Если бы я испугалась и смолодушничала, выбрав бесцельное существование, это было бы безответственно. Да. В этот решающий момент Бог наблюдал за мной. Прислушаюсь ли я к Его воле и стану ли защищать работу церкви? Положась на Бога, я должна была сделать незавершенную работу. Арестуют меня или нет, только Бог мог это решить. Я была готова доверить свою безопасность Богу. Аминь. Божьи слова могут дать нам веру и силу. Да. Точно. Осознав все это, я перестала так сильно нервничать и бояться. Подходя к своему дому, я увидела, как возле входа остановилась полицейская машина. Мое сердце громко застучало. По всей видимости, Иуда выдал меня. Я не знала, обыскали ли уже ближайшие три дома, где жили члены церкви. Я должна была рассказать об этом высшему руководству, чтобы они могли принять меры и подготовиться во избежание еще большего ущерба работе. Верно. Я знала, что у сестры Су Хуа были контакты высшего руководства, и я пошла к ней. Когда я пришла, ее неверующий муж взволнованно сказал: «Приходила полиция, Су Хуа нет дома. И это единственная причина, по которой ее не забрали. Они отправились к тебе, чтобы арестовать других». Я ушла в панике, не смея там задерживаться. На обратном пути я думала о том, как зол большой красный дракон. Он идет на все, чтобы арестовывать верующих. Братьев и сестер арестовывали друг за другом, и я могла стать следующей в любой момент. Если я не смогу выдержать пытки и стану Иудой, закончится ли на этом мой путь веры? Из-за этих мыслей мною владели испуг и слабость. Быть верующим в Китае слишком сложно и опасно. Да. Я снова и снова обращалась к Богу. Боже, что мне делать? Затем я вспомнила этот отрывок Божьих слов. Вера, как мостик из одного бревна. Со страхом цепляясь за жизнь, упадешь. Но если готов погибнуть, перейдешь его.
Человек таит робкие мысли, потому что его одурачил сатана, который боится, что мы пересечем мост веры и войдем в Бога. Сатана пытается передать нам свои мысли. Мы должны молиться, чтобы Бог осветил нас своим светом и вычистил из нас сатанинский яд. Должны практиковать в своем духе приближение к Богу и позволить Ему завладеть нашим существом. Аминь. Божьи слова дали мне веру и силу. Я поняла, что жила в страхе попасть под арест и быть избитой до смерти. Я поддавалась уловкам сатаны. Он использовал мою слабость, чтобы сдерживать меня, лишить смелости выполнять свой долг. Затем я бы постепенно отстранилась от Бога и в итоге предала бы Его. В таких ситуациях следует сближаться с Богом, полагаться на Него и жить Его словами. Даже в случае ареста я должна была подчиниться, быть твердой в свидетельстве и угождать Богу. Аминь. В моменты слабости мы должны крепко держаться за слова Бога. Верно. Да. Я подумала о блокноте с телефонными номерами, который все еще лежал у меня дома. Я должна была вернуться. Иначе, если полиция найдет его, братьев и сестер арестуют. Полиция могла наблюдать за моим домом. Разве я не сыграла бы ей на руку? Я не знала, что делать. Тогда я вспомнила Божьи слова. Всемогущий Бог говорит: каждый из вас считает, что он полностью совместим со мной. Но если бы это было так, то к кому тогда относилось бы такое неопровержимое доказательство? Вы полагаете, что относитесь ко мне с высочайшей искренностью и верностью? Вы считаете себя такими добросердечными, такими сострадательными? Считаете, что вы так много посвятили мне? Вы считаете, что сделали для меня более чем достаточно? Но вы когда-нибудь сопоставляли эти убеждения со своими действиями? Вы не подпускаете меня из любви к своим детям или мужу, или ради самосохранения. Вместо того, чтобы заботиться обо мне, вы заботитесь о своей семье, своих детях, своем положении, своем будущем и своих удовольствиях. Разве вы когда-нибудь думали обо мне, когда разговаривали или что-то делали? В холодную пору ваши мысли заняты детьми, мужем, женой или родителями, но и в жару в ваших мыслях для меня места нет. Когда ты исполняешь свой долг, ты думаешь о своих собственных интересах, о личной безопасности и о членах своей семьи. А что ты когда-либо сделал для меня? Ты когда-нибудь думал обо мне? Ты когда-нибудь посвящал себя мне и моему труду любой ценой? Где доказательства твоей совместимости со мной? Где реальность твоей преданности мне? Где реальность твоего послушания мне? Когда твои намерения не были связаны с получением моих благословений? Вы дурачите и обманываете меня, играете с истиной, скрываете существование истины и предаете сущность истины. Что же ожидает вас в будущем, если вы так против меня? Аминь. Каждый вопрос отзывался обвинением Божьим в моем сердце. В спокойное время я могла оставить дом и работу ради долга. Мне казалось, я была предана Богу. Но, столкнувшись с арестами, я поняла, насколько ничтожным был мой духовный рост. Раньше я лишь декламировала пустую доктрину. Реальный кризис показал мое истинное духовное состояние. Я могла думать только о том, как защитить свои интересы. Совсем не защищала работу церкви
и не следовала Божьей воле. Если бы я делала все это, то во имя интересов церкви и Бога я могла бы пожертвовать всем, что у меня есть, даже собственной жизнью. Я вспомнила о книгах с Божьими словами. Братья и сестры рисковали своими жизнями, чтобы доставить их. И многие были арестованы большим красным драконом в процессе доставки. Некоторых даже забили до смерти. Они рисковали своими жизнями, чтобы братья и сестры могли читать Божьи слова. Они исполнили свой долг и угодили Богу. А я... В трудное время я думала не об интересах церкви, а лишь о своей собственной безопасности. Я сильно боялась ареста и смертельных пыток. Обычно я из кожи вон лезла ради того, что могло принести мне пользу. Но ради церкви я не могла пойти на малейшие жертвы. В сравнении с теми братьями и сестрами я была эгоистична. Я не считалась с Божьей волей. После ареста лидера церкви мне, как диакону, было безопаснее прятаться, чем защищать работу церкви. Но я упустила шанс исполнять свой долг и свидетельствовать. В чем был смысл моей жизни? Разве я не была ходячим трупом? При этой мысли я помолилась Богу. «Боже, только от Тебя зависит, арестуют меня или нет. Пожалуйста, дай мне мудрость, чтобы я могла исполнить свой долг». Аминь. Около 2 часов ночи я пришла к сестре, которая жила поблизости. Я узнала, что полицейские наведались в ряд других домов рядом с моим. Некоторые братья и сестры скрылись и избежали ареста. Полиция ни за что не перестала бы вас искать. Это точно. Они сказали мне, что полицейские непременно вернутся, и посоветовали тут же уходить. Я не стала задерживаться. Возле входа в дом никого не было, поэтому я вбежала внутрь и взяла блокнот с номерами. Я вздохнула с облегчением. Затем я пошла к брату Яну Гуану. Увидев меня, он с опаской сказал: «Вчера меня арестовали вместе с женой. Нас отпустили ночью. Некоторых братьев и сестер также арестовали». Большой красный дракон злой. Они поймали много людей. Да. Это так. Я поспешила уйти оттуда. На обратном пути я думала, что ситуация продолжает ухудшаться, и аресты происходят повсюду. Если я была предана Иудой, у коммунистической полиции наверняка было мое описание. И при такой обширной слежке меня могли арестовать в любой момент. Что, если я не смогла бы выдержать их пытки? Эта мысль просто приводила меня в ужас. Если бы я стала прятаться, то была бы в безопасности. Но работа еще не была сделана. Если бы я спряталась, то стала бы дезертиром. Все эти годы я была верующей и наслаждалась поливом Божьих слов. Мой побег и оставление долга и обязанностей в столь важное для церкви время означали бы, что у меня нет ни совести, ни человечности. Как я могла считаться верующей? Я ничем не отличалась бы от Иуды, предавшего Бога. Верно. При этой мысли я молча приняла решение, что лучше пусть я погибну от рук полиции, чем сбегу и буду жить бесцельно. Я должна была быть твердой в свидетельстве, делать все возможное, чтобы исполнить долг. Вернувшись обратно в принимающий дом, вечером я прочитала Божьи слова. С самого начала исполнения моего плана сатана преследует каждый мой шаг и, контрастируя с моей мудростью, вечно старается изыскать пути расстроить мой изначальный план. Но мог ли я уступить его уловкам? Все на небесах и на земле служит мне. Так могут ли лукавые замыслы сатаны быть исключением тому? Именно здесь проходит моя мудрость. Именно в этом дивность моих дел.
И это принцип работы моего плана управления. В эпоху созидания царства я все так же не избегаю козней сатаны, но совершаю необходимую работу. Из вселенной и из всего сущего я избрал деяния сатаны, дабы они служили мне контрастом. Разве это не проявление моей мудрости? Разве не это делает мою работу дивной? Аминь. Аминь. Я ощущала Божье всемогущество и мудрость в его словах. Большой красный дракон – враг Бога. Он арестовывает и преследует христиан и мешает Божьей работе, тщетно надеясь разрушить Божью работу. Но преследование большого красного дракона позволяют нам развить проницательность в отношении его злой сущности, а затем изгнать его из своего сердца. Да. Аресты и преследование большого красного дракона также являют истинных и ложных верующих. Отделяют овец от козлищ и зерна от плевел. В трудные времена есть те, кто не выполняют долг из-за страха или отказываются от веры, и те, кто предают Бога и становятся иудами в результате ареста и пыток. Эти люди и есть сдуваемые ветром плевелы. Разве это не показывает мудрость и праведность Божью? Да. Через реальность Бог являет, есть ли у человека истинная вера и преданность ему. Он так праведен. Да. Только тот, кто остается тверд в свидетельстве о Боге и предан своему долгу, является победителем. Верно. Аминь. Бог использует преследование, чтобы совершенствовать нашу веру. В этом и есть мудрость Божьей работы. Верно. Да. Господь Иисус сказал: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу ради меня, тот обретет ее». Я подумала о святых, которых истязали за распространение Евангелия Божьего. Кого-то распяли вниз головой, кого-то растерзали. Хотя они умерли, их смерти имели значение. Но те, кто предали Бога и стали иудами, внешне кажутся еще живыми, но внутри их сердца в агонии. Они как живые трупы, пребывающие в страданиях. После смерти их души отправятся в ад и будут наказаны. Я не осознавала это полностью, а хотела уклониться от долга и спрятаться. Если бы я навредила работе церкви, пренебрегая своим долгом, это было бы прегрешением, несмываемым клеймом. Если бы я смогла пожертвовать своей жизнью во имя долга, даже если бы меня забили до смерти, я бы свидетельствовала о Боге и посрамляла сатану. Моя смерть имела бы ценность. Аминь. Аминь. Это не так страшно, как только ты это осознаешь. Да. Позже я прочитала Божьи слова. Всемогущий Бог говорит: независимо от того, насколько могущественен сатана, независимо от того, насколько он дерзок и амбициозен, независимо от того, насколько велика его способность наносить ущерб, независимо от того, насколько масштабны те методы, с помощью которых сатана развращает и искушает человека, независимо от того, насколько искусны те хитрости и происки, с помощью которых сатана запугивает человека, независимо от того, насколько изменчива та форма, в которой он существует, сатана никогда не мог создать ни единого живого существа. Никогда не мог установить законы или правила существования всего сущего, и никогда не мог ни править, ни руководить никаким объектом, будь то одушевленный или неодушевленный предмет. Ни в космосе, ни на земной тверди нет ни единого человека или предмета, который был бы рожден от сатаны, или который
существует благодаря сатане. Нет ни единого человека, ни единого предмета, которые управляются сатаной или которыми он руководит. Напротив, сатана должен не только жить под владычеством Бога, но вдобавок должен повиноваться всем Божьим приказам и повелениям. Без Божьего разрешения сатане трудно дотронуться даже до капли воды или до песчинки на земле. Без позволения Божьего сатана не волен передвигать даже муравьев на земле, не говоря уже о человечестве, сотворенном Богом. В глазах Бога сатана ничтожнее лилий в горах, птиц, летающих в небе, рыбы в море и личинок в земле. Его роль среди всего сущего состоит в том, чтобы состоять на службе у всего сущего и в работе на человечество, в обслуживании Божьего труда и Божьего плана управления. Вне зависимости от того, насколько зловредна его натура и насколько порочна его сущность, единственное, что может сделать сатана, так это покорно выполнять свою функцию, прислуживать Богу и создавать контраст для него. Таковы сущность и положение сатаны. Его сущность не связана с жизнью, не связана с могуществом, не связана с властью. Это всего лишь игрушка в руках Божьих, всего лишь машина в услужении у Бога. Аминь. Я ясно увидела силу и власть Бога в его словах. Все на свете, включая жизнь или смерть, лежит в руках Божьих. Сатана оказывает услугу для Божьей работы, создавая ей контраст. КПК использует всевозможные уловки, силу многих людей и вещей. Но без позволения Божьего она никогда не сможет тронуть нас. Ровно как с Иовом. Когда сатана напал и ранил его, пытаясь заставить отречься от Бога. Бог позволил сатане плохо обращаться с Иовом, но не позволил лишить его жизни. И сатана не посмела слушаться Бога. Это верно. Без Божьего позволения сатана не смеет ничего делать с нами. Да. Как и в моей последующей работе, я выходила из опасных ситуаций целой и невредимой. Это было заботой и защитой Божьей. Весь этот опыт показал мне власть и господство Бога. Большой красный дракон не схватил бы меня без позволения Бога. Если бы он допустил мой арест, я бы не смогла его избежать. Это осознание придало мне веры. Я почувствовала готовность доверить жизнь Богу и подчиниться его руководству. Аминь. Аминь. Позже я узнала, что полиция не проверяла дом, где старшие лидеры проводили собрание. С приближением собрания я забеспокоилась, что они выжидают, чтобы поймать больше лидеров. Если их не предупредить, лидеры могут быть арестованы, и пострадают еще больше людей. Да. Да. Мы обсудили варианты. И с помощью ряда уловок, наконец, донесли о ситуации в церкви высшему руководству. Лидеры сказали нам немедленно спрятаться, переживая за нашу безопасность. Позже от лидеров пришло письмо о том, что в результате арестов в нашем регионе прошли обыски в двух домах, где хранились книги. Оставался один дом, и нужно было все оттуда забрать. Поскольку все, кроме меня, кто знал хранителей книг, были арестованы полицией,
и я довольно неплохо знала район и членов церкви, то вышестоящие лидеры хотели, чтобы я помогла переместить эти книги. Я отлично понимала, что мне следовало сделать это, и я не могла уклониться от обязательств. Но ситуация была напряженной, и большой красный дракон по-прежнему преследовал людей. Если бы я пошла в такое время, разве не подвергла бы себя опасности? Я почувствовала робость. Но тогда я подумала о том, что все в руках Бога. И если Бог не позволит, большой красный дракон меня не тронет. Верно. Поэтому я решила помочь. Я помолилась. О, Боже, этот долг достался мне, и я исполню свои обязательства. Что бы ни случилось дальше, я желаю подчиниться твоему руководству. Даже если меня арестуют, даже если я подвергнусь пыткам, я не стану дезертиром. Я предложу тебе свою преданность и буду тверда в своем свидетельстве. Аминь. И вот я поспрашивала и нашла дом, где хранились книги. Брат, живший неподалеку, сказал мне, что несколько полицейских приходили в его дом. Они арестовали его жену и выставили штраф в размере 2000 юаней. Но не нашли спрятанные там книги. Их нужно было переместить. Мы поспешили забрать те книги. В течение всей поездки мое сердце ни на секунду не отвернулось от Бога. В итоге мы без проблем переместили книги в безопасное место. Я благодарила Бога. Слава Богу, это и есть защита Бога. Да. Верно. Вспоминая весь этот опыт, я вижу мудрость и господство Божье, а также насколько неглубокой была моя вера. Без арестов Большого Красного Дракона я бы не осознала свое духовное состояние. А главное, не увидела бы свой эгоизм и страх смерти. Не обрела бы понимание всемогущего правления Бога. Кроме того, мне довелось почувствовать, что Бог рядом с нами. И если только мы доверимся Богу, Он будет с нами и укажет нам путь. В спокойной обстановке я бы не достигла этого понимания. Слава Богу. Слава Богу. Справиться с трудностями можно лишь доверившись Богу.